средневековая забава на современный лад. В Твери прошло первенство страны по русской лапте, игре, зародившейся в 14 столетии. В 21 веке лапта, являвшаяся популярным видом досуга у наших предков, также обретает своих поклонников. На стадионе «Юность» состязались команды из 8 регионов, в том числе весьма удаленных, такие как Тюменская и Томская области. Почему же они едут за 3-9 земель в Тверь? Мы позиционируем Тульскую область как территорию большого спорта. Первенство России все-таки это соревнование достаточно высокого уровня. И на протяжении последних 3 лет первенство России именно по юниорам проводится в городе Твери. Ну, во-первых, четкое сотрудничество с Федерацией русской лапты России, взаимодействие в проведении соревнований и удобное географическое расположение. Я думаю, что это одни из факторов того, что именно здесь проводится первенство России. Когда же у нас будет своя команда? Своя команда у нас должна была уже быть на этом турнире, но по причине болезни и единого государственного экзамена не смогла принять участие сборная Калининского района, которая бы здесь представляла Тверскую область. Я надеюсь, что в следующем году все-таки они уже примут участие и займут достойное место на этом турнире. Лапта – игра вроде бы исконно народная, но по степени народной любви, мягко говоря, не превосходит футбол. Хотя со спортом номер один, на первый поверхностный взгляд, старинная игра имеет немало общего. Участники облачаются в футбольную форму, выходят на футбольное поле. Но, пожалуй, этим сходства исчерпываются. Посмотрите и почувствуйте разницу. На прямоугольной площадке 40 на 55 метров с имеющейся 10-метровой штрафной линией, с площадки подающего, подбрасывающий игрок мяч из своей же команды игрок бьет, цель игры – ударить в площадку, и игроки накапливаются в зоне перебежки, перебегают с линии дома до линии кона, возвращаются обратно и приносят своей команде 2 очка. И так в течение 2 таймов по 30 минут команда набирает максимальное количество очков. Набравшим максимальное количество очков, как принято в игровых видах спорта, команда побеждает. Защита, поймавшая мяч с лета, получает 1 очко в защите. Сегодня русская лапта культивируется в 46 регионах страны. При этом развивается она не только по географическому, но и цеховому признаку. Железнодорожники заинтересовались, играют. Играют сбербанкиаду, так называемую, работники банков. Разного рода спортсмены разных отраслей народного хозяйства. Официальные календарные мероприятия, совместно проводимые Федерацией русской лапты России с Минспорттуризмом России. Это официальный чемпионат России среди мужских и женских команд, кубок среди мужских и женских команд, 2 официальных первенства среди юношей и девушек 13-14 лет, юниоры и юниорки 15-17 лет, всероссийский турнир «Золотая бита» массовый, который объединяет 2 зоны, европейская, которая пройдет в этом году в Курске, и азиатская зона в городе Улан-Удэ, Республики Бурятия. Лапта русская, но знает ее во многих странах. Тем более, что в разных частях планеты у лапты есть близнецы-братья. Мы проводим товарищеские турниры, международные товарищеские турниры с Латвией, с Эстонией, с Казахстаном. Выезжали в Германию, в город Киль, где играли в русскую лапту и играли потом в их местную игру, похожую на русскую лапту, шлагбал так называемый. Вообще в мире существует более 70 разновидностей игр с битой и малым мячом, похожих на русскую лапту. Я уже сказал, Германия – шлагбал, в Швеции – брендбол, на Кубе – пилота, существует финский, так называемый, финский бейсбол, похожий на русскую лапту. Есть русская лапта, может быть сравнима с итальянской игрой с битой и малым мячом и так далее и тому подобное. В Твери состязались игроки, чей возраст 15-17 лет. Стимул для победы у них был весьма высокий. Основная цель – это присвоение спортивных разрядов. Победители данных соревнований получают разряд кандидата в мастера спорта России. Возраст юниорский, готовит уже к соревнованиям по взрослой возрастной группе. Поэтому ребята здесь довольно-таки неплохо уже подготовлены. Играют тактически грамотно, ну и качество уже, конечно, развито, хорошо понимает игру, поэтому ближе к взрослым. Добавим, что информация об итогах соревнований на сайте нашей программы. Давай!